Так легче намного. Я вот вам снял видеообзор специально. Сегодня у нас 19 ноября. Вот они, наушники. Вы спрашиваете про все кнопки, про крепление. Вот, соответственно, если мы их так вот в походное положение, да, вот все держится. Дальше в положение, например, слушания, да, вот правый наушник, да, то есть вот крепление на месте, никуда, вот можно регулировать, как вам надо. Потом обратно. Также второй, вот левый, да, также вот он, все четко. Можно регулировать вот по всем этим, как надо. То есть никуда ничего не происходит. Дальше, что тут у нас? Соответственно, кнопки. Это у нас переключение, питание. Кстати, вот питание, давайте сразу покажу, что работает. Вот шнур обычный здесь у нас microUSB. Вот я к компьютеру подключил, и вот оно питание. Пожалуйста, пошла зарядка. Вот. Соответственно, выключаем. Все, сейчас отключится. Оно вот, все отключилось. Дальше. Что у нас? Эти включения. Нажимаем кнопку. Включилось. Вот мигает синенькое. Соответственно, чтобы нам добавить, например, новое устройство, да, нужно нажать вот эту кнопочку Bluetooth. Вот это рядом маленькая. Удерживаем, сейчас будет мигать у нас беленьким. Вот когда мигает беленьким, тогда наушники ищутся. Сейчас я покажу на другом телефоне, что мы... Вот я включаю Bluetooth. Сейчас зайдем и увидим, что... Вот, доступно устройство. Вот видите, Philips... SBH 3080. Соответственно, мы можем их вот раз и подключить. Продолжаем. Вот у нас добавить Philips. Нажимаем принять. Соответственно, все. Вот видите, подключено. Заряд батареи 100, активно. SBS, видимо, какая-то система. Можно сюда зайти, посмотреть, что тут. Название вот, устройство телефона, мультимедиа устройство. Видите, можно какое-то еще что-то нажать. Соответственно, дальше, что мы можем посмотреть? Вы спрашивали про кнопки. Слышно, да, что работает? Сейчас попробуем порегулировать, чтобы было понятно, что кнопки работают. Вот я. Меньше. Но вот слышно, что уменьшается, соответственно. Сейчас буду нажимать вверх. Увеличивается. Это слышно. Вот. А это пауза, наверное. Да, вот пауза работает. И нажимаем обратно серединочку кнопку. Продолжение. Полностью рабочий наушник. Здесь ответ на звонок. Эта кнопка тоже работает. Такой вам мини-обзор.